Добрый день. Сегодня я вам хочу показать работу нашего препарата Guard Gold на кукурузе в дозе 4,5 литра на гектар почвенно. Работали мы 45 дней назад. Сейчас фаза кукурузы 7, начало 8 листа. Сейчас стоим на участке контроля. Здесь сделали междурядную обработку. Ну, у нас контроль вот в рядку видно. Такие сорняки у нас. Хирь, мари, молочай, грудка, щирица, чина кубленосная, поросянка. Фаза кукурузы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Седьмое, начало восьмого листа. Сейчас плавно перейдем на делянку, где мы вносили почву. Здесь мы вносили дозе 4,5 литра на гектар. Сорняки появляются, но очень-очень редко. В этом году очень хорошо сработал почвенный гербицид.